Доброе утро! Меня зовут Татьяна. Сегодня мы с вами будем разминаться. Будем разминать наши ноги. Для этого мы перебираемся на четвереньки. И свою правую ногу мы выставляем на ребро поближе к ладошке, к мизинцу. Вот сюда зацепились. А свое правое колено мы на вдохе будем направлять к левому запястью. Это вдох. На выдохе мы будем выпрямлять нашу ногу и тянуться назад. Ладони остаются на месте, не убегайте. На вдохе мы наехали вперед, коснулись коленом запястья. Если не получается, колено будет в воздухе, конечно же, не ломайте себя. И на выдохе вытягиваемся. Ну, я думаю, у вас все получится. Вдох вперед и выдох, растягиваемся назад. Мягкое движение, вдох. И потянуться аккуратненько назад, выдох. Вдох, выдох. Представьте, что на вашей спине сейчас стоит стакан с водой. И ваша задача его не потерять. То есть не скругляйтесь, не зажимайте свою спину. Вдох, выдох, вытянетесь, мягко скользите назад. Вдох и выдох. И последний разочек здесь. Вдох, выдох. Прекрасно. Мы готовы менять ногу. Левую ногу мы заводим снаружи правого запястья. Мизинчик возле мизинчика, ступня на ребре. На вдохе мы опускаем колено к запястью, а на выдохе мы вытягиваемся назад. Вдох, скользим вперед, выдох, скользим назад. Вдох, выдох. Все прекрасно получается. Еще вдох, выдох, вдох, выдох. И последний разочек. Вдох и выдох. Прекрасно. Верните свою ногу обратно, примерно на ширину бедер. И здесь мы сделаем разминку для спины. Боковая кошка, смещайте свои ребра в сторону, прогнитесь вниз, в сторону и скруглитесь кверху. В сторону, вниз, в сторону, наверх. И вот так несколько движений сделайте. Локти сгибаются, но не помогайте себе локтями. Все-таки у вас спина должна двигаться. Не делайте это движение за счет рук. И в обратную сторону также. В сторону вниз, в сторону и наверх. В сторону вниз, в сторону и наверх. Замечательно. Усаживаемся в удобное положение. Расправляем свои плечи, вытягиваем шею. На этом все. Я желаю вам замечательного дня. До новых встреч.